Развлекательный интерактивный проект «Гамзатов квест». Суть проекта – разработать и запустить в общий доступ мобильное приложение «Гамзатов квест», в котором будут отражены культурные объекты, связанные с жизнью и творчеством Расула Гамзатова, географически расположенные в разных частях света. От родного аула Цада в Дагестане, памятников белым журавлям по всему миру, до литературного института имени Максима Горького в Москве и даже астероида номер 7509, названного именем поэта. Приложение будет включать в себя интерактивную карту с изображением культурных объектов, связанных с жизнью и творчеством поэта. Каждый объект карты представлен фото, описан с культурно-исторической точки зрения. Задание квеста, выполнение которых окунет в силу и энергию духовное и человеческое совершенство поэзии Расула Гамзатова. Историю создания песни «Журавли», вкладку с аудиозаписями живого голоса поэта, стихи Расула Гамзатова и песни на его стихи. Используя мобильное приложение «Гамзатов квест», появится уникальная возможность организовать новую площадку, которая будет нести культурно-образовательную миссию в разных уголках России. В июле 2021 года вышел указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о праздновании столетия Расула Гамзатова. В творчестве поэта мы находим ответы на все вопросы, оно служит вечным ценностям. Данным проектом хотим привлечь внимание к творчеству Расула Гамзатова, плюс организовать новую площадку, которая будет нести культурно-образовательную миссию во всех уголках России. Наш проект отличается мобильностью и креативностью. В течение короткого времени можно получить большое количество информации о творчестве поэта и познакомиться с местами, где жил и творил автор. Команда проекта. Проект будет реализован при помощи участников программы «Волонтеры культуры» и регионального проекта «Союз творческой молодежи», а также студентов и школьников в области культуры. В указанные сроки командой будет осуществлен сбор и обработка информации, необходимой для запуска мобильного приложения. Проект реализуется на базе учреждений культуры Республики Дагестан. Есть предварительная договоренность с Министерством науки и образования Республики Дагестан, Министерством по делам по туризму Республики Дагестан и народным промыслам Республики Дагестан. Проект рассчитан на долгосрочную реализацию. При необходимости мобильное приложение может дорабатываться, дополняться контентом о тех писателях, чье творчество связано с Дагестаном. Мобильное приложение «Гамзатов квест» может стать участником программы «Культура для школьников» в части реализации культурно-просветительских акций. Иммерсивный променад «Гамзатов квест» в Махачкале может стать обязательной частью программы при проведении делегаций в Республике Дагестан всероссийских и международных уровней. Творчество Расула Гамзатова многогранно, стихи его – прославление родного Дагестана. Даже если бы поэт написал только одних журавлей, он бы прославился как создатель бессмертного гимна солдатам во всем мире. Мобильное приложение «Гамзатов квест» – уникальная возможность активно прикоснуться к творчеству автора и получить максимум информации в минимальные сроки пользователям по всей стране. Спасибо за внимание. У меня все. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Это было уверенно и убедительно, друзья мои. Ольга Борисовна. Вам слово. Ваши да, вопросы. Но это действительно настолько уверенно и убедительно, что пока вы говорили, я думаю, когда же вы уже все закончите школу, и мы сможем начать с вами работать. Потому что действительно браво, молодец, сразу хочу сказать, первым, все знают, что первым на экзамене выступать сложнее всего. Поэтому уже, конечно, это подвиг, героиня, умница. Хотела спросить, вот с твоей точки зрения, на какую, как взрослые говорят, целевую аудиторию, на какой возраст в первую очередь будет рассчитан твой проект? Спасибо. На возраст от детей с 7 лет, с первого класса школы образовательной, и до взрослых. Спасибо. То есть с самого начала уже с первого класса, по факту, все учителя начальных классов в такой инициативе, наверное, обрадуются, особенно у вас в республике, потому что можно будет советовать и рекомендовать для внеклассного чтения, для пользования. На самом деле очень интересные и неожиданные решения есть. Так что спасибо. Может быть, вопросы есть у кого-то, кроме меня. Да, есть руки. Пожалуйста, к микрофону подходите.
Он рядом с вами. Раз-раз. Прекрасно. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Швецов Павел из Красноярского края. Мой вопрос, скажите, пожалуйста, вот участники квеста, они смогут получить, может быть, какие-то, ну, бонусные предметы, может быть, какие-то бонусы, ну, отдельно дополнительно или награды? Да, в проекте будет задание, которое участники будут выполнять. За каждое выполненное задание они будут получать таких журавликов, которых в конце квеста они смогут обменять на подарки. Ага, понятно. Спасибо большое. Прекрасно, спасибо большое за вопрос. Еще есть у нас один вопрос из зала. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кушеева Роза. У меня вопрос. А в чем заключается интерактивность проекта? Интерактивность проекта заключается в том, что участники не просто слушают, а еще и принимают участие, выполняют задания. Спасибо. Спасибо большое, друзья, за вашу внимательность и интерес. А прямо сейчас у Шусиат есть возможность задать вопрос Ольге Борисовне. Спасибо. Ольга Борисовна, у меня есть вопрос. Я бы хотела спросить, какое ваше любимое произведение Расула Гамзатова? Я как раз, когда слушала вас, невольно задавалась сама этим вопросом. Но вы знаете, конечно, такое, мне кажется, важнейшее, может быть, произведение, с которого стоило бы начать изучение этого автора, это «Мой Дагестан». Да, это такой, мне кажется, поэтический путеводитель по вашему уникальному совершенно месту. Поэтому, наверное, я бы назвала его. Замечательно. Я бы хотела подарить вам книгу «Мой Дагестан». Я хотела бы подарить именно эту книгу, потому что она наполнена... Я напросилась еще, видите, он на подарок в результате. Спасибо большое. Мне передадут. Спасибо. Спасибо, Ольга Борисовна. А следующий мы приглашаем Софию Афанасенко из Иркутской области с проектом кино.